ничего не пропустил, просто в чехлю проебал нам ключ. И все, в принципе. С кипокисой на пару. Вот, и они сказали, а это просто ты, Вилно, умер на ластбоссе. Вот, и все, блядь. То есть получается, что получается я виноват, но проебали они. Вот, а виноват я и шаман. Такая дела. Типа Мурн, нас did fish in it. И Учикью такой, ты вот сейчас, и сидит такой на стриме у меня, Учикью такой, ты вот, Ром, скажи просто вот одно. Меня вот все, что, ну в принципе, одно вот интересует. Ты сейчас серьезно? Вот. Сидит просто, знаешь, такой прям каждый стрим вот такой, вот один вопрос, вот чисто, знаешь, вот один момент вот типа, да все похуй, ну вот чисто интересно, ты серьезно? Я хуею, блять, типа, ну да нет, ну нет, да нет. Постоянно, каждый день, каждый стрим, каждый ключ. Одно и то же. Такие делишки. Поэтому в том и шутка всегда получается, что из-за моей невнимательности, вот я. Вот и. Причем, понимаете, в чем рофл? Вот заметьте. Только я отворачиваюсь в чат. Ну вот, блять, вот, ну, блять. Я только поворачиваю голову в чат. Только я поворачиваю. И тут просто все такие мобы. Он отвернулся! А-о! Едем! Куда? Кассандра! Можем войс БТВ, если не впадлу. Ну, типа... А шаман пишет, да зачем? Какой-то, видимо, новичок на шамане. Говорит, а зачем войс, говорит? Вот это ошибка номер один уже, блядь. А зачем, блядь? Есть одна причинка в вашем пати, по которой можно бы и зайти, вот. Я не думаю, что Рома сможет запулить мов через стенку. Апанас! А вот это приятно, Апанас! Тут вой начал кайтить, короче, у нас с утра, приколите. Клоунада, вот. Блять, Апанас! Жаба! Бурщу в нее, блять! Бурщу в жабу, ребят! Она имба ебаная, она меня ебет. Вот в кого она прыгнет, смотри, я внимательно смотрю, в кого она прыгнет, внимательнейшим образом. По-любому не в меня. Так! Я хуею, блять! Ядовитый Апанас! О, вот так у тебя получилось! Спасибо огромное! Динозавр! Апанас! Ты почти убил меня! Ё-моё, спасибо огромное, Апанас! Это счастье для меня! Бать, я сейчас эту в леди лунную пизду сейчас залечу! Я хуею! Леди лунная пизда! Тебе пизда! Едем! Метеорит! Вызываю тебя! А тебе поебать! Ну ладно! Ну ладно! Лора! И сейчас все это время, чтобы вы понимали, да? Знаете, что происходит на самом деле? Вы не видите на самом деле, а я вижу, что происходит на самом деле. Сейчас на данный момент есть один человек в чате, зовут его Вова, и он сидит примерно вот так сейчас. Вот так Вова сейчас сидит. Это инфа 100, это 1000%. Он именно так сейчас выглядит, если вы не знали. Он именно так сейчас выглядит. Клянусь, по-другому он не может выглядеть в данной ситуации. Он именно так выглядит. Он... Вот, в микроскопическом, да, поэтому не страшно. Опа, подменыш! Я хуею, блять! Едем! Крылинский подменыш! Еще больше ДПСа! Апаем подменыша, ебаного! Едем! Погнали! Вот, мы обязательно пойдем, ребяточки, но
буквально через 20 минут. Объясняю почему. Почему через 20 минут? Потому что донатов было почему-то мало. И я решил посреди ключа, между двух ключей вечернего стрима, примерно 30-40 минут опять общаться с чатом. Такие дела. Вот, это, честно говоря, уникальное решение. Думаю, что большинство людей его точно приветствуют. В общем-то... Ну ладно, я шучу. Посмотрим. Уши убавь, чел. Типа, блядь-ка. Я родился не по своей воле с большими ушами, а ты пошутил. Топ-контент, топ-контент, топ-контент. А какой сегодня год? Я думал, что я уже не учусь в 8 А. Понятно, ну ладно, там можете тебя забанить, мне кажется, перманент на стриме за хуен юмор. А, тебя уже забанили, или кажется? Привет, мои смайсочки, готовы? Ноль ошибок. Врезался в пилон. Блять, опять бегать. Побежали. Побежали, побежали. Ножки в кеды. И бегом, бегом! Не было этого! Не было этого! Это было, блять! Нечестно! Ля, там что это? Это грома или что? Да. Ля! Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы развязь играя, говорит, надо жить в деревне эльфов. Я хуею, ребяточки. Пиздец. Видели, как они грома задиру в реальной жизни? Я видел, кстати. Так, ну ты не заебалась? Ты умирать должна уже, нет? Все, спасибо. Лежать! Лежать! Едем! Плюс 2, 18 ключ! Я хуевлю! Едем! Пиздец! Посмотрите на этот оверролл. Посмотрите на этот оверролл. Я же говорил, это идеальный... Идеальный геймплей. То есть вот идеальные бурсты. Вот, идеальный оверролл. Просто гляньте на этот оверролл. Просто, блядь, что нахуй? Чего? Что? 7.1. Нихуя себе. Ебанутый, как бы. Опа. Опа! На нахуй! Авел кнавел и выйдет. Блядь, так, ребят! Я не знаю что, но меня опять что-то ебануло. У меня слишком мало ХП. Ты идешь за мной. Охотничья ловушка 997. Ай! Тем временем, чуть-чуть дальше в подземелье. Вовчикью и уже спуленный пак поебать на то, что происходит за спиной. Где хиллер и вся команда, блядь? Где они? Опять в меня целятся, вы это видите? Сбил каст, не сбил, не сбил! Только не меня, а! Соси, босс! Ёбаный чири рот и ёбаха, ёбаный рот! Стрельнул ему в ебало, охуенно, так. Не спрыгнет! Я отвлекся на многоуважаемого призрака! Пивка никто не желает, пивка для рывка! Спасибо огромное. Постоянно подо мной лужа. Запускаю на него четверочку. Лужа уже подо мной была. Опять подо мной лужа. Ну типа реально? Это ну не может быть такого. Да ты иди нахуй! Типа не может же она быть подо мной веки. Постоянно подо мной типа. Это невозможно ведь. Хардкорно еле как.
Ну почему? Ты просто посмотрите на это, ребят. У нас даже Бэра нет на этого многоуважаемого. Блять, тут я тоже стан нажал, но это же... Это же не то немножко, да? Так, моб отхилился. Так, отлично. Фу, прист, какой же он хуёвый. О божья мать! Покинуть группу. Новую группу собираю, блять! Так, что это? Так, отличный был хиллер. Блестящий, так. А, так, о, блядь, чё-то, блядь, хиллер ливнул почему-то, вот. Хотя нет, ты же, наверное, хорошо будешь дамажить. Ладно, погнали. Погнали, я думаю, что вы такие сильные, что сможете. Цыпа-дрыпа залетела, ух ты, блядь. Чё-то чокнутое вылетело, блядь, почему-то, не знаю, блядь. Чё-то вылетело чокнутое. Опять вылетело, видели, не в сети было, да? Чё-то вылетело чокнутое из пати, куда делось? Странная хуйня. Ну и самоделки напоследок. Лампик! Ёлы-палы! Спасибо! Блять, ты издеваешься, блять? Урон 3К! Почему он не умеет? Ребята! Все скиллы в меня жмут. Гляньте, опять на меня кинул скилл. Да ты иди нахуй! Ты попробуй использовать в кого-нибудь еще кнопку свою. Ты не... Мой ДПС растет! Едем, едем! Дрездена. Такс. Это президент Дрезден. Интересует вопросик один. Такс. Ты, блядь, ты просто отстаньте! Помогите! Там это... Фильм ужасов, ёбаный! Ты где ДПС-то, блядь? Где он, блядь? Где он, блядь? Я же все жму! Вообще все жму! Меня показалось только что... Блять, как меня заебало. Неужели в этой игре нету вариантов, куда они могли бы закинуть на меня эту штуку? Да ты просто посмотри на это. Ну ты просто взгляните на это. Просто оцените это своим, мягко говоря, взглядом. Происходит просто четвертый раз! Да пошла ты нахуй, собака! Дай подамажить! Отъебись от меня! Кружочек, блин, 4 раза! В форму заходи. Так я... Вы охуели, блядь! Я без... Нажал же Галиус, списали деньги. Я все это время был без формы, темный, блядь! Вы просто все уебаны! Ни один человек мне не сказал! Я в это... Я без формы все это время! Без формы! Без формы! ШП пристав все это время! Ребята! Я такого подвоха не ожидал! Спасибо, конечно, огромное за донат, за поддержку. Ну, такого, конечно, это удар прямо в пах мне. Прям по яичкам мне удар. То есть подо мной просто живут войд-зоны. Цель войд-зон — жить подо мной. Ля! Две! На нахуй, Evil No! Хули ты там стоишь, тебе типа чил, ёбаный, 3К ДПС! Чё? Я, смотрите, что я делаю, ребят. Я делаю единственное возможное. Я ауешу через... Сука! 4 штуки! 4! 4, блядь! 4 войд-зоны! 4... Хватит! Типа, блядь, нет. Типа, ну нет. Да блядь! Ребят, ну это же я не один вижу. Только подо мной войд-зоны. Они живут подо мной. У меня подо мной... Блядь! Сука, я ведь та же... Я, блядь... Да ты ж... Ну нет! Ребят! Да блядь! Я играю за... Да ну не может, ребят!
Ну не может. Не дал этого персонажа в руки, и нахуй я... Уж, две! Понимаешь, две, прям вот две войд-зоны, прям две. Прям вот не одна, две. Две войд-зоны, типа... На... О боже, опять эта хуйня под ногами. Так, все, ребят. Бля! Да ты нереалистично, ребят. Нереалистично. Происходит нереалистично. Да как, ну как дамажить-то, если я идеально дамажу? Я опять не в форме. Блять, так. Этого никто не видит такой хуйни вообще со мной. Не происходит. Всем большое. Рад, что вам понравилось. Было, на мой взгляд, весело. Каждый день стрим проходит с 12 до 14, с 18 до 21. Полезные видео, смешные подворки и просто и так далее и тому подобное можно посмотреть на моем YouTube-канале, а в группе ВК сохраняются стримы. Кому хочется пересмотреть стримы, все там на месте. Смешные подворки тоже на месте, все на месте. Дискорд, где мы общаемся, тоже на месте. Вот, классно. Спасибо большое. До пятницы? Почему? Почему на сырке? Завтра будет стрим. Мне, ну, бессмысленно отменять стрим. Так что нормально, завтра тоже будет стрим. Ну, если ничего не случится, да? Так что бак-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